Я вітаю вас з тим, що ми відкриваємо сезон майстер-класів. Певною мірою сезон публічних подій вже відкрив у нас Вахтанг Кіпіані, але сезон інтенсивних майстер-класів ми відкриваємо сьогодні. Ви знаєте, що у нас, в принципі, ми стали більш високотехнологічними останнім часом. У нас з'явилося більше відеотехніки. Навіть завели собі маленького друга, який вміє літати. Правда, ми ще не навчились ним користуватися. Але, в принципі, ми проголошуємо курс на технологізацію. І сподіваємося, що в цьому нам допоможе сьогоднішній, завтрашній наш гість. Це наш друг Бектур Іскендер з Киргизстану. Він, насправді, був у нас уже 3 або 4 рази. Кожен раз, як вперше. І саме ця тема в такому докладному, практичному викладі буде, очевидно, вперше. Про Бектура і його проєкт я міг би розказувати багато, тому що справді це унікальна штука, якої сильно бракує в Україні. Це унікальний експеримент. Я думаю, що хтось із вас про нього читав, хтось ні, але Бектур про нього розповідає набагато цікавіше, тому передаю слово йому. Спасибо большое, так? Очень приятно быть снова здесь. Я не был в этой комнате уже сколько, 2 года действительно. Вот. И вы можете задать вопрос на украинском. Я разумею украинское, но я говорю дуже погано. Так что я буду отвечать на русском. Надеюсь, с этим нет проблем. Вот. И прежде чем мы приступим к тому, о чем мы будем говорить в следующие 2 дня, я, наверное, немножко расскажу все-таки про клоп. Потому что я так понимаю, что, наверное, я еще никому почти в аудитории не рассказывал про клоп. И очень много шуток было в предыдущих составах у клуба, кто учился, потому что я приезжал сюда три раза подряд в течение полугода и каждый раз рассказывал про клуб. И потом было много анекдотов о том, что с Бектуром больше не о чем разговаривать, и все, что он может рассказать, это про клуб. Но те студенты выпустились, поэтому вы еще не проходили. А кто учится на журналистике или на медиакоммуникациях? А, ну все, да, в общем-то. И есть только несколько залетных людей из других факультетов, как я понимаю. Вот, но в любом случае, я так понимаю, что никого из вас я не знаю. Теперь знаю. Соответственно, для вас это будет новинку звучать, то, что я буду рассказывать. Клоп — это сайт, который я со своим другом, его зовут Ренат, в Украине все смеяться начинают, когда я говорю. С другом Ренатом мы открыли кое-что в 2007 году. Изначально идея была такая, что мы хотели открыть такую школу журналистики, где действительно люди обучаются журналистике. Потому что с этим большая проблема в Кыргызстане была, что на наших журфаках люди тратят очень много времени на лекции и не проходят что-то на практике. Как раз меня выгнали с журфака тогда, нужно было чем-то заняться. Вот примерно так появился клоп. И авторы клопа в основном очень молодые ребята. Им где-то от 14 до 25 лет в основном. Это школьники часто очень. Но несмотря на свой возраст, они освещают все очень серьезные такие темы. Может быть, иногда мне кажется, что благодаря своему возрасту они освещают серьезные темы, потому что у них нет еще в мозгу тех блоков, которые были у журналистов предыдущих поколений. И я еще про историю Кыргызстана чувствую, мне придется возвращаться иногда, потому что в Украине мало знают про историю Кыргызстана и вообще про нашу страну. Но у нас поразительное количество параллелей и очень много чего общего в истории новейшей. Вот, и так получилось, да, что вот все 10 лет, что клуб существует, в основном это были очень молодые ребята, они освещали серьезные темы, они освещали политику. И этим мы изначально всех удивляли, но сами мы, честно говоря, не знали, что из этого получится, потому что все это действительно, как Атар выразился, было экспериментом изначально таким, нечего делать. Но в итоге выросло в один из самых популярных медийных проектов в Кыргызстане, потому что клуб сегодня вошел в 5 самых популярных новостных сайтов в стране. И это фотография с одного из судебных заседаний, это как раз одна из наших корреспонденток сидит, ей на тот момент было, не знаю сколько, 16, наверное. И это, конечно, контрастирует. Это один из крупнейших криминальных авторитетов Кыргызстана, которого в тот момент осудили. Вот это просто такая иллюстрация. И это еще один такой персонаж негативный. И теперь немножко все-таки про историю Кыргызстана расскажу.
А у нас было столько же революций, сколько в Украине. Две. Вот. И первая революция прошла мирно, без жертв. А вторая революция, в общем, сопровождалась столкновениями довольно серьезными в центре столицы, в которой погибло почти 100 человек. И когда я начинаю рассказывать это в Украине, все такие вау. В смысле, ну, насколько все похоже, да? Вот. И перед второй революцией в стране была такая ситуация очень плохая с точки зрения свободы слова, в том плане, что президент и его семья, они делали все, что можно было, чтобы начать глушить СМИ, а Кыргызстан отличался и отличается до сих пор среди всех стран Центральной Азии тем, что у нас как бы всегда с уровнем свободы слова было получше, чем у соседей. Еще одна параллель. В общем, вот. И мы привыкли к этому, к тому, что мы можем освещать все, что хотим. Но в 2009 году начались вот эти закручивания гаек. И один из людей, которые были за этим всем, это был вот этот молодой человек, уже не очень молодой, его зовут Максим Бакиев, сын президента. Вот. Это один из самых негативных, как мне кажется, персонажей в истории вообще Кыргызстана. Его семья и он лично участвовали в невероятных просто финансовых махинациях, в попытках контролировать весь бизнес в стране. Под него специально создали целое госведомство, которое фактически контролировало финансы всей в стране. И параллельно как бы все журналисты, которые пытались что-то освещать об этом, которые пытались сделать расследование на эту тему, встречались с кое-какими проблемами. И вот мы это на себе испытали. Это было интересным очень опытом, потому что наши ребята решили тоже расследовать про Максима Бакиева. Точнее, тоже не очень подходящее слово, к тому моменту никто особо про него ничего не расследовал. Это было начало 2010 года, у нас группа молодых, естественно, наших ребят, решила изучить там одну очень странную схему по приватизации крупнейшего национального телекоммуникационного гиганта. И, в общем, в ходе расследования они установили через открытые данные, что фактически Кыргызтелекомом завладел Максим Бакиев через какие-то всякие подставные компании, через какие-то офшоры. И мы эту схему всю увидели, мы ее всю изобразили в материале. И стало очевидным, что он и стоит за этим всем. Как, в принципе, наверное, за любой такой странной приватизационной схемой. Мы сделали материал об этом. И это, наверное, была первая такая в нашей истории, к тому моменту, Клопу уже было 3 года, первый случай, когда мы всерьез взялись расследовать что-то прям совсем такое хардкорное про политику вот таких больших масштабов. И ничего не случилось после первого материала. Мы такие, о, круто, ну классно, значит продолжим расследование про Максима Бакиева. И часть нашей школы журналистики в том заключается, что ребята не просто пишут материалы, они проходят при этом обучение тоже. И одна из важных частей в нашей школе журналистики – это когда они учатся запрашивать информацию госорганов. Через закон о доступе к информации, находящейся в ведении госорганов. И мы их учим, как писать эти все запросы. И Максим Бакиев был чиновником. И у нас как раз был тренинг на эту тему. И ребята решили написать ему запрос. Мы написали запрос. Очень вежливый запрос Максиму Бакиеву. А почему вообще вот эта вся связь установилась? Как он с этим связан? Оно было вежливым в том плане, что мы, конечно, не хотели совсем сильно рисковать, поэтому мы начали с поздравления его с должностью, с назначением на эту должность, а потом все равно задали вот эти очень прямолинейные вопросы. А почему его одноклассник возглавляет тот офшор, который в итоге владеет этой компанией, и почему этот же одноклассник работает в его этой структуре государственной, ну и так далее. Ответа не пришло. Вместо этого на нас вышло ГКНБ, Госкомитет национальной безопасности. Такое, то, что в Украине называется СБУ. И у нас ГКНБ вообще фактически исполняет роль, наверное, личной охраны президента от критиков президента, к сожалению. Да? И в тот момент это был самый такой худший период, потому что фактически, чем потом ГКНБ стал заниматься, оно стало нам угрожать. Что, типа, мы зашли слишком далеко. Что... И так типа они использовали такую примерно, что на нас вышел человек, аффилированный с ГКНБ, который вызвал нас на встречу в кафе. Меня и Рената как раз, вот того самого Рената. Мы встретились в кафе, этот человек вроде бы как бы напрямую не работает в ГКНБ, но передает как бы привет от друзей из ГКНБ. И вот это вот такая схема, которую они очень часто используют, думаю, это вообще довольно распространенная схема в бывшем Советском Союзе, как, наверное, оставшись со времен КГБ. Когда сильно на себя не хотят они брать ответственность за угрозу. Ну, как бы это стрёмно напрямую угрожать. Вот так вот прямолинейно убивать тоже как-то не очень понятно. Вот. Поэтому все это делается через друзей. Да? С вами встречается человек, который говорит,
знаешь, вот у меня вот друзья есть, например, ну окей. И они говорят, что вы зашли слишком далеко. И все время такой диалог, то есть со ссылкой на кого-то. И вот этот странный диалог у нас длился около 2 часов, в течение которых нам четко дали понять, что ребята, в общем, вы переступили эту грань. ГКНБ не понравилось, как вы это начали делать. А что раньше они к вам, в принципе, хорошо относились, потому что у вас в материалах все время представлены разные мнения и так далее, но трогать семью президента – это, мол, перебор. И зачем-то начали после этого нам этот человек начал рассказывать историю того, как был убит журналист в Кыргызстане за несколько месяцев до этого, как потом выяснилось, убит как раз сотрудник ГКНБ. И нам еще добавили, что типа, с вами, вы же понимаете, с вами не будут разбираться в юридическом ключе. Мы такие, ага. Все это действительно становилось настоящей угрозой. Мы очень сильно испугались, это был февраль 2010 года. Мы сильно испугались, и я думаю, любой испугался бы. Вот, и мы начали всерьез думать, наверное, стоит на сайт повесить такую гигантскую надпись, типа, мы больше не пишем про президента и его семью. Но с таким подтекстом, чтобы люди поняли, что ну, ситуация очень плохая, что мы вынуждены это делать. И пока мы думали, как сделать эту кричащую надпись так, чтобы это не навело на нас еще больше проблем, и вот тут в стране начинается интересная вещь, потому что начинаются протесты оппозиции, потому что все больше и больше людей начинают идти на протесты против семьи Бакиева. Это стоп-кадр из нашей съемки уже, когда события в Бишкек перекинулись, они начинались не в столице. Вот. Но все началось с протестов поменьше, а потом эти протесты становились все больше. И мы тогда решили для себя, это был очень важный момент, наверное, в нашей истории, это был тот момент, который предопределил вообще всю дальше судьбу нашей организации и нашего СМИ. Был очень важный принципиальный момент, освещаем мы эти протесты или нет. Ну, то есть, как бы, страшно нам это освещать или пофигу? Да. Ваш вопрос. А вы перед этими событиями, в принципе, были таким неизвестным довольно-таки? Да? Мы начинались, то есть, понимаете, нас не очень серьезно воспринимали. Какие-то школьники там. Да, мы освещали политику уже к тому времени. То есть, у нас был хороший опыт освещения нескольких выборов. У нас было несколько очень хороших материалов, таких довольно шумевших, про блокировку интернета в Казахстане, например. Мы одним из первых делали расследование. Но все равно к тому моменту охват еще не был таким прям большим. И в глазах многих мы были каким-то несерьезным, странным школьным проектом, где подростки что-то там пытаются делать. Но вот это вот расследование, оно еще больше внимания привлекло. А самое главное, что вот эти протесты начались. И вот этот момент был очень важный, когда мы решали, все-таки что для нас важнее, дальше следовать своим принципам или сдаться. Вот. И мы выбрали следовать принципам. То есть мы стали освещать протесты. Примерно с такой логикой, что, ну, в принципе-то нам не говорили про протесты ничего, эти друзья из ГКНБ, они только говорили про семью президента. Мы делали очень подробное освещение протестов, а они потом перекинулись в Бишкек, а они потом привели в итоге к свержению президента. И вот за день до того, как в Бишкеке случились столкновения, был очень важный момент, потому что к тому времени уже фактически одна из областей находилась под контролем оппозиции, потому что в ней захватили здание около администрации, и милиция сбежала из области. И СМИ в основном не освещали это. Это была очень странная ситуация. То есть, когда практически все СМИ страны молчат о том, что целая область уже вышла из-под контроля центральной власти. И потом еще власти решают интернет отключить. Я никогда не думал, что так легко во всей стране интернет отключить. Оказывается, легко. Хотя я не знаю, кстати, как в Украине, можно ли так легко интернет отключить. Дело в том, что мы географически находимся в таком реально физическом тупике. Там весь внешний интернет идет через Казахстан, по сути, по одному только каналу. И в принципе, власти, если захотят, они просто могут отрубить этот канал. И все, и мы остаемся без интернета, вся страна. Они так оставили нас без интернета. Но в Кыргызстане есть такая хитрая штука, что при этом все локально расположенные сайты все равно остаются доступными. И то есть представьте себе ситуацию, что где-то за ночь вот до этих событий, которые на экране вы видите, когда уже значит, Талаская область под контролем оппозиции, власти вырубают интернет в стране, и никакой другой СМИ в стране, кроме нас, не пишет о том, что в Талаской области происходит на самом деле. То есть все остальные СМИ пишут, что все под контролем милиции, что власть скоро наведет порядок. Вот. А мы таки звоним туда и понимаем, что нет там никакой власти вообще сейчас, что ситуация, наоборот, еще больше накаляется, и похоже, что будет что-то очень серьезное. Мы понимали, что, наверное, ну, никогда мы не были так близко к тому, чтобы нас уже самих начали арестовывать. И, наверное, если бы власть, да, продержалась какое-то еще время,
после задержания всех оппозиционных лидеров, наверное, начали бы задерживать уже журналистов и, наверное, начали бы с нас. Но не успели. Потому что на следующий день в Бишкеке были столкновения, президент сначала сбежал на юг страны, в свою родную область, там пытался закрепиться, тоже напоминает что-то, вот. А потом сбежал в Беларусь. Это такое разнообразие немножко, чтобы... Первый президент сбежал в Россию, так что все нормально в смысле в плане параллелей. Вот, и, в общем, в тот момент мы, во-первых, поняли, что репутация наша сильно очень поменялась в глазах читателей, потому что нас наконец-то стали воспринимать как более-менее серьезные СМИ. Естественно, это принесло нам большое количество новых читателей. И после этого наша организация росла и росла и росла. И если изначально мы работали все-таки больше с форматом новостей, но таких новостей не коротких, как информагентство наше любит писать в три строчки, а довольно расширенных новостей, в которых дается в том числе какой-то и контекст, да, и рассказывается история все-таки детальнее. Но потом мы перешли на другие форматы. И мы решили, ну раз уж так у нас с расследованием получилось, то надо больше делать. А в 2014 году, и как раз я был во Львове, что интересно, в тот момент, когда выпустили этот материал. Это, наверное, этот материал положил начало нашим расследованиям, которые привели к самым большим, наверное, последствиям за всю историю наших материалов. Наши ребята обнаружили интересную очень коррупционную схему в государственных тендерах. Вообще, гостендер — это такая крутая вещь, там можно столько ковыряться. И самое интересное, что эти все вещи, они лежат на поверхности, просто мало кто хочет в них ковыряться. А наши ребята нашли очень интересную вещь такую в наших тендерах. В общем, каждое госведомство обязано публиковать вот это объявление, если оно собирается что-то закупить. Я думаю, что в Украине тоже так действует, да, законно? Ну, чтобы процесс был максимально прозрачным, в теории. Наше Министерство образования решило выпустить новые учебники. И они разместили три объявления на общую сумму в 167 миллионов сомов. По тогдашнему курсу это где-то было 2,5 миллиона долларов. Но они заменили некоторые символы. И это, на самом деле, что обидно, обиднее всего для меня, это то, что они даже не сами придумали эту схему махинации. Потому что она в России использовалась госведомствами раньше, так называемая коррупционная латиница. Когда вы меняете символы в кириллице на такие же символы из латиницы. То, что желтым выделено, это кириллическое, в смысле, это латинское О, это не кириллица. То же самое они сделали с другими символами, которые идентичны в латинице и в кириллице. А зачем? Чтобы невозможно было в поиске найти потом. Если у вас написано слово «учебник», но буква Е в нем заменена на как бы И, то, набирая слово «учебник» в строке поиска, вы не найдете это объявление. Итак, видите, они так это интенсивно эти латинские буквы еще поставили, что практически в каждом ключевом слове были латинские буквы, латинские символы. Естественно, в тендерах этих всех участвовала только одна компания, у которой не было конкурентов, но остальные не узнали о том, что вообще этот тендер существует. Она их выиграла. Благодаря нашим материалам отменили результат этого тендера, уволили вот этого человека, который отвечал в Министерстве образования за вот организацию этих всех тендеров, и который долго нам в интервью рассказывал какие-то совершенные небылицы про то, как хакеры взломали наш компьютер и поменяли буквы на латинский. Да, какая-то вообще, да? Невероятная. Вот. И тут мы поняли, что, вау, это круто, на самом деле, когда твой материал, ну, не просто раскрывает что-то, а он еще и потом реально сказывается, да, и кого-то там увольняют. Вот. Но не в самом увольнении, конечно, прикол, а в том, что действительно происходят какие-то изменения. Не то, чтобы они в итоге были колоссальными, но потом была целая серия материалов у нас, и другие СМИ подключились, стали еще больше копать, и выяснилось, что эту коррупционную латиницу используют не только Министерство образования, а где-то, не знаю, с десяток разных госведомств, что это какая-то схема, они друг с другом... Мне всегда интересно, как они друг с другом делятся этими инновациями. Тоже, наверное, проводят какие-то такие конференции, рассказывают друг другу, что там, знаете, можно латиницу ставить. Вот, но каким-то образом совершенно разные ведомства использовали вот эту латиницу, типа там милиция города Ош тоже использовала. И параллельно еще какое-нибудь ведомство, которое вообще никак не связано с правоохранительными органами. Это привело к тому, что, во-первых, был большой скандал вообще в целом среди министерств, и в прошлом году было распоряжение целое правительство о том, что запрещено теперь использовать латиницу вообще в объявлениях на сайте. Иногда-то она нужна вообще-то,
Поэтому теперь они как-то выкручиваются без нее. Но это вот пример был той нашей серии расследований, которые приводили к каким-то прям совсем последствиям. И над этими материалами в основном работали ребята, опять же, вот где-то примерно возраста такого. То есть именно вот над тендерами работал 21-летний журналист, типа того. И вот теперь упомянули дрон, я еще хочу показать. С дронами тоже у нас была история интересная. Я так понял, что отарнил дрон, да, когда он сказал про летающего друга. О, дрон — это классная штука. Мы про дроны с Ренатом начали думать в 2012 году. Я, кстати, вообще не технический человек. Хотя этот тренинг объявлен как первый шаг к технологиям, я боюсь, что именно про технологическую часть я прямо так напрямую не смогу рассказать. То есть я больше буду рассказывать о концепции там, монтажа видео для соцсетей. Но в Adobe Premiere там, я, допустим, не так хорошо разбираюсь. И вот в нашей паре создателей клуба так получилось, что я в основном отвечал за какие-то такие гуманитарные вещи, а Ренат больше технические. И в 2012 году Ренату эта идея пришла в голову, тогда она казалась сумасшедшей, давай построим дрон. А дроны не продавались еще так. И, ну, я такой, ну ладно, давай. В принципе, Ренат вообще отвечал за всякие такие странные изобретения. И он построил дрон, то, что прикольно. Он построил его. Этот дрон 4 раза целых взлетал и не очень хорошо приземлялся на самом деле, потому что они не придумали с программистом, как сделать так, чтобы он приземлялся. Поэтому он каждый раз ломался, когда приземлялся. Но он снял целых 15 минут тогда видео, и мы страшно этим гордились. Потом в 4-й раз он врезался в стену и больше ничего не мог снимать. И теперь он лежит у нас на полке, как такое напоминание о тех временах, когда мы сами пытались построить свой дрон. А в 2014 году мы решили, что, ну ладно, все, наверное, хватит нам строить собственный дрон, потому что они начали продаваться в магазинах уже готовые. И мы купили дрон. И тогда это начало становиться очень модным таким, снимать на дроны красивые вещи. Мы решили, что красивые вещи классно, когда люди снимают, но мы будем снимать и некрасивые вещи тоже. Потому что иногда можно с помощью них показать какие-то важные явления. И вот в прошлом году мы выпустили этот материал, это вообще было тоже большое расследование очень. Россия, значит, пообещала, что построит в Кыргызстане гидроэлектростанцию. И дала деньги. Вот, первый транш. И каким-то образом российские компании вместе с кыргызскими компаниями потратили 37 миллионов долларов и ничего не построили. В плане, имеется в виду, непосредственно того, что было бы связано как-то с гидроэнергетикой. И потом объявили, что проект, короче, все, провальный, ничего не будет. Теперь почему-то еще Кыргызстан должен вернуть России 37 миллионов долларов, что вызывает, конечно, кучу возмущения в стране. Но у нас другой вопрос был. А на что же потратили эти 37 миллионов долларов? Ну, как-то, наверное, в чем-то должно проявляться. И мы отправили дрон на место строительства. Это видео, по-своему, тогда было таким большим для нас шагом вперед, в том плане, что мы впервые решили объединить в одном видео, значит, и съемку с дрона, и как-то инфографику, и попытку вообще привлечь людей к какой-то проблеме, которую иначе довольно сложно показать. То есть можно, конечно, было бы кучу таблиц опубликовать. Наверное, это отпугнуло бы очень многих зрителей. Вот мы решили, что прямо по пунктам мы покажем эти расходы. Единственное, что мне не нравится в этом видео, то, что смешали две разные валюты. Где-то доллар используют, где-то сомы. И только аудитория в Кыргызстане может понять, что должно означать. Но вот таким образом мы людям попытались прям по пунктам показать, на что ушли деньги. Все, что построили на 37 миллионов долларов, это вот этот поселок для строителей. И все. И потратили огромные деньги на отопительную систему, там, на дороги, которых я вообще не вижу. Здесь, честно говоря. Вот, ну и еще там какие-то еще два агрегата рядом поставили. И на это ушли колоссальные деньги. В итоге началась проверка со стороны парламента, и целая комиссия из депутатов начала ездить в это место, чтобы проверить, насколько оправданы были эти расходы. А совсем недавно они пришли к заключению, что расходы были завышены. Но теперь проблема, непонятно с кого спрашивать. И самое главное, что почему-то таким образом так хитро был подписан договор, что мы все равно должны России 37 миллионов долларов за ГЭС, который так и нет. А все выплаты возникли в открытых журналах? Да, кстати, это все абсолютно публиковалось. То есть, как бы, эти данные были открыты.
И, в принципе, любой мог бы с ними работать. Но проблема в том, что многим журналистам лень работать с открытыми данными. Хотя их довольно много публикуется. То есть, во-первых, наш Минфин постоянно публикует все эти вещи по расходам. Я вам потом покажу, как это расследование выглядело в текстовом формате тоже. И еще одна вещь про клуб, тоже такой еще один майлстоун, такой еще один шаг важный, который был в прошлом году. Это мы начали выходить за пределы Кыргызстана в какой-то момент, в том плане, что, во-первых, мы начали освещать события, которые происходят не только в Кыргызстане, плюс мы начали больше сотрудничать со СМИ из других стран, и это, оказывается, приводит иногда к интересным очень находкам. Когда был панамский вот этот скандал с Panama Papers, мы пытались в нем участвовать, но просто поняли довольно быстро, что чиновников с Кыргызстана нет особо в Панаме. Как-то у них денег, наверное, не хватило пользоваться услугами панамских компаний. В общем, не было их там вообще. Поэтому как бы это вот эта серия расследований как-то мимо Кыргызстана приехала. Но потом мы в сотрудничестве с болгарским изданием Bivol нашли потрясающие вещи. Что сделал Bivol? Bivol, нет, здесь этого не видно. Bivol — это сайт такой в Болгарии, только занимается расследованиями. И они, во-первых, скачали весь реестр всех, значит, юридических лиц Болгарии, а также реестр недвижимости и реестр там, владения землями и так далее. Все это скачали, загрузили на свой сервер и построили очень удобный поисковик, в котором в том числе можно искать по гражданству владельца. И, кстати, я вам советую посмотреть, Bivol, кто там есть из Украины, там наверняка найдете тоже всякие прикольные. Потому что Болгария — это такая страна, очень любимая среди постсоветских чиновников. Она вроде как в Евросоюзе, а порядки там иногда не очень евросоюзовские. И там поэтому можно, в общем, всякие махинации проворачивать. Мы нашли там где-то 70 людей из Кыргызстана, у которых было во владении либо какое-то юрлицо, либо какие-то территории, там, земли в смысле, либо, да, что-то типа такого, либо недвижимость какая-то. Разумеется, по умолчанию это не является преступлением владеть чем-то в Болгарии. Но это бывает достаточно подозрительно, особенно когда вы обнаруживаете, что там есть чиновники среди них. И мы нашли, и в итоге самая большая история была про этого человека, который долгое время возглавлял вообще весь МВД Кыргызстана. И параллельно открывал фирму в Болгарии, что уже было нарушением закона. Он открыл компанию в Болгарии, когда был заместителем министра внутренних дел, и по идее он нарушил закон о госслужбе, потому что чиновники в Кыргызстане не могут заниматься предпринимательской деятельностью, пока они являются чиновниками, а открытие компании уже само по себе является предпринимательской деятельностью. Более того, он никогда не указывал эту компанию в своих налоговых декларациях. И хотя мы не смогли найти, чем именно компания занимается, но уже сам факт того, что он что-то скрывает, и уже сам факт того, что у него есть какая-то компания, она была зарегистрирована, когда он уже был чиновником, в общем-то, по идее, теоретически ведет к достаточно серьезному преследованию, которому он не подвергся. Мы нашли в том числе вот эти все документы в оригинале об учреждении компании, и это все есть там. Поэтому поищите, можете найти тоже что-то про украинских чиновников. Вот, и это был рекордный случай в плане того, какие деньги нам потом предлагали за то, чтобы мы убрали этот материал. До этого рекорд был у ложской милиции, которая предлагала нам $300, чтобы мы убрали материал про то, как она использует коррупционную латиницу. В этом случае предложили $3000, мы такие, вау, ставки прям совсем поднялись высоко. То есть, видимо, серьезно человеку не понравилось то, что мы это выпустили. Но мы решили, как бы, что, как обычно, мы, естественно, ничего удалять не будем. И еще одна очень важная вещь, которую... Сейчас, секундочку. Еще одна очень важная вещь, которая тоже... мы одной из немногих СМИ, которыми мы занимаемся, потому что мы все-таки постоянно пытаемся следить за нынешним президентом. Президент Кыргызстана — это очень такое больное место, как и во многих других странах мира. Первые два президента приводили страну в итоге к революциям. Третьим президентом была Роза Отунбаева, единственная женщина-президент в истории Центральной Азии, которая совсем недолго была президентом, поэтому она не успела ничего сделать. И она же была первым президентом, который мирно передал власть следующему человеку, которым сейчас является Алмазбек Атамбаев. У них очень похожие, наверное, фамилии, кажется, но это разные фамилии. Отунбаева и Атамбаев. Да, вот такие нюансы. Вот и они не родственники. Алмазбек Атамбаев очень интересный президент в том плане, что при нем как бы нет вот этого жесткого прессинга, какой был при первых двух президентах. При нем вроде бы его семья особо там не
пытается бизнес отжимать. И дочка у него очень хорошая, она занимается искусством, а не рэкетирством, да, как обычно дети президентов занимаются. То есть, вроде бы, вот с этой точки зрения он ну, как бы норм. Но при этом он какие-то вещи очень странные делает. Он поднял на невероятно высокие позиции своих бывших телохранителей и водителей. Типа такого. И сегодня они работают в аппарате президента на каких-то сумасшедших высоких должностях. Вот. При нем из тюрьмы странным образом освобождались, опять же, его бывшие телохранители, осужденные за убийство. Но вдруг внезапно они оправдывались по вновь открывшимся обстоятельствам. Понимаете, да? Вот. Ну, то есть, как бы, есть очень странные страницы в его биографии, его уже президентской. И еще одна вещь странная, это то, допустим, откуда у него деньги, это не очень понятно. То есть, он вроде был бизнесменом, да, но он продолжает тратить какие-то немыслимые деньги на личные свои нужды. И поэтому мы одно из мест, куда мы отправили свой дрон, это было как раз его строящийся дом. Только два СМИ в итоге в стране писали про вот этот дом, который продолжает объяснять, откуда на него деньги взялись у Атамбаева. Это мы и Радио Свобода, наша версия. Вот. И все, остальные СМИ как-то... ну еще одно СМИ. Но остальные не очень решаются браться за эту тему, потому что, несмотря на то, что в стране вроде бы как нет уже давления былого, но уровень самоцензуры все равно в СМИ достаточно высок. Дело в том, что было очень много... вопросы по поводу того, как он получил этот участок. Мы продолжаем выяснять, как он получил. Потому что оппозиция утверждает, что он этот участок получил в качестве взятки от нынешнего мэра столицы, за то, чтобы он стал мэром столицы. И мы действительно смогли доказать, что раньше этим участком владела жена мэра города. А потом он каким-то интересным образом переписывался на какую-то компанию посредника, а потом вдруг на Атамбаева. И, в общем, там очень много запутанных документов. Мы продолжаем это все дело исследовать. Но это был один из первых материалов, который мы выпустили, в принципе, показывающий людям, как выглядит дом президента. И мы считаем, что очень важно, чтобы мы продолжали держать его в тонусе, вот, и постоянно отслеживать каждый его шаг, потому что иначе не будет смысла в тех революциях, которые в стране происходили. Президент нас не любит в итоге. Вполне ожидаемо. И прошлый год стал знаковым в этом плане. Это было, по-моему, даже до того, как мы про этот дом выпустили. Но это было сразу после того, как мы выпустили колонку одного довольно известного в Кыргызстане человека, который подверг критике идею президента Атамбаева о реформах Конституции. И действительно, в итоге он поменял Конституцию, увеличив полномочия премьер-министра. Похоже, что он сам точно не знает. Так вот, и впервые нас упомянул президент. Это было очень круто, на самом деле. Он сказал буквально вот такие вот слова про нас. Упс. Я читал, что вот Атамбаев эту конституцию переделает только для того, чтобы остаться там. Это видно, вот я понимаю, когда вот министр культуры одной страны говорит, уборщица там и так далее. И когда вот такие вещи читаешь, извините меня, у меня ощущение, что я наступил на какую-то какашку, вонючую. И мне стыдно тоже за такую оппозицию. Странно, что он нас оппозицией назвал. Ну ладно. Потом он извинился в том же выступлении. Он сейчас еще расскажет странные притчи. По себе. И очень часто такие люди, которые, видимо, что-то делают отдельного, они умеют только поливать всю грязью. Про сад и про муху и пчелу. Вот возьмите сад, муха там найдет какую-то гадость, а пчела найдет там цветок. И... ну, хотя бы, если найдете гадость, найдите потом цветок, чтобы тот, кто читал, ну, ему было немножко легче. Ведь всякие читают, и дети читают, и не всякая психика. Это просто я могу вас попросить об этом. Это надо для нашей страны. И единственное, что я могу вас попросить. И поверьте мне,
Я иногда очень резко говорю, мне даже неудобно перед представителем сайта клуб. Я извиняюсь, если рисковато, наверное, сказал. Мы решили, что это большая честь для нас, что президент страны с очень коррумпированным правительством, страны, в которой милиция больше действует как преступная группировка, чем как милиция пытает людей периодически, в стране, в которой правозащитника могут посадить на пожизненный срок из-за того, что он расследовал преступления со стороны милиции, это все реальные случаи, в стране, в которой спецслужбы угрожают журналистам и так далее. То есть, как бы, что президент такой страны, если он не любит нас, то, наверное, мы что-то правильно вообще делаем. Что было бы странно, если бы он нас любил. Тогда вот вызвало кучу вопросов у него самого. Наверное, ли мы пути. Но вот это отношение, оно меня немножко путает. Вот это его выражение, оно меня успокоило, что я подумал, ну классно, хорошо, пускай нервничает. Это полезно вообще для него, наверное. В этом году он перестанет быть президентом, у него заканчивается срок. У нас по конституции, которая была принята после революции 10-го года, президент может быть президентом только один срок, 6 лет всего лишь. Но он сейчас вот это затеивает эти реформы, чтобы премьер-министр стал, так сказать, важным лицом. Поэтому, возможно, президент уже не будет столь значимой фигурой, а он зато сможет запросто стать премьер-министром. Но мы посмотрим еще, что будет. Абсолютно непредсказуемо сейчас развивается ситуация в Кыргызстане, в том плане, что я реально не представляю себе, какой будет ситуация через год или два. Вот, это вкратце про КПОП. Ужас вкратце, нифига себе, я, по-моему, минут 40 говорил вкратце. Но если у вас сейчас уже есть какие-то вопросы, такие в общем, про наш бэкграунд, про нашу страну, можете задать их сейчас, а потом мы уже перейдем к более таким специфическим темам. Есть питание? Ви говорили про те, що у вас працюють журналісти, от, наприклад, над розслідуванням працював 21-річний там, не знаю, хлопець, так? Чи дівчина. Як вони, ну як вдається так, що такі молоді журналісти можуть братися за такі великі справи? Знаєте, мені кажется, що вдається, тому що во многих сферах не дуже недооцінюють те, на що способні молоді люди. А молодые люди способны интересоваться политикой и разбираться в ней с достаточно раннего возраста, мне кажется. Честно говоря, наверное, один из самых лучших протестных движений, допустим, хотя я не сравниваю нас с протестным движением, ни с каким, но в основном держались на молодых людях, примерно как раз вот такого возраста. И это классный возраст, такой максималистский возраст, когда хочется мир улучшить, и перестаешь, и пока еще не сомневаешься в том, что это получится, да. Вот. И мы просто вот как бы изначально с самых первых уроков даем понять им, что мы верим в них, что мы верим в то, что у них получится, и потому что, к сожалению, во многих наших образовательных институциях такого нет. То есть, как бы, молодых начинающих журналистов или вообще представителей любой другой профессии изначально ставят в позицию того, что вы ничего еще не умеете, вы глупые, мы вас типа научим. И в итоге не факт, что учат. Мы скорее настраиваем их таким образом, что вы все сможете. Да, вы еще чего-то не умеете, но это легко. Это окей, не совсем прям чтобы легко, но этому можно научиться. И такой подход очень сильно помогает. Потом еще одна вещь такая, что, допустим, к 21 году многие журналисты клуба уже имеют, скажем, 5-6-летний опыт. Потому что они начинают вообще там в 15 или в 14 некоторые. Поэтому, в принципе, ну, как бы в 21 год им, да, но они достаточно уже зрелые, достаточно имеют уже такой хороший багаж опыта работы в журналистике, что могут браться за такие вещи. И вот когда вот мы все это, ну, мы сами, честно говоря, изначально не знали, получится вообще такое или нет с молодыми журналистами, смогут ли 15-летние писать про политику. Но с первых же лет получались какие-то удивительные результаты, когда у нас там 15-летний корреспондент зарегистрировался в парламенте, стал ходить на все сессии, ему это было искренне интересно. Он, правда, кучу уроков в школе пропускал за это, у него были плохие оценки, но он настолько увлекся этим всем, что в итоге сегодня ему сколько, 22, по-моему, да, и он один из самых лучших вообще экспертов в Кыргызстане по внутренней политике. Он очень классно разбирается в том, как, знаете, он с детства жил в стенах парламента, он знает наизусть вообще всю структуру того, как сессии там проходят, как принимаются законы, потому что он все это видел. У подростков бывают такие, да, иногда очень интересные увлечения. Просто эти увлечения не всегда культивируются в других учреждениях. И, к сожалению, в основном учителя, особенно в школах, у нас
они, наоборот, сопротивляются тому, чтобы школьники где-то еще занимались или чем-то еще увлекались. То есть как бы это вообще не поощряется никак. Мы решили, что мы будем это поощрять. Еще одна вещь тоже очень важная, когда к нам начинают ходить ребята в нашу школу, мы, с одной стороны, сильно их не перегружаем сразу сложными заданиями. То есть мы постепенно наращиваем эту сложность. То есть сначала они делают только буквально десятую, может быть, часть материала. Вместе с более опытным журналистом, более опытным, в смысле, более опытным 19-летним журналистом. Но вот эта комбинация, она очень хорошо сказывается в том плане, что они уже видят свое имя в материале как соавтора. Это очень сильно вдохновляет их. Потом с каждым новым материалом они все больше и больше и больше долю материала берут на себя в плане того, чтобы собирать информацию или писать. Вот. И, конечно, огромную роль играют редакторы, потому что редакторы в клубе, они же, по сути, это и тренеры, и они, да, на первых порах могут довольно много чего править. Но это нормальный процесс, я думаю, вообще, в принципе, в журналистике это нормальный процесс, когда начинающие журналисты много правят, а потом постепенно журналист все больше, точнее, все меньше в этом нуждается. Хотя даже и опытных журналистов бывает, что сильно много правят, и это нормально. Вот. И вот это все вместе, оно вот дало такой результат. Очень важный момент в том, что не все из наших студентов становились в итоге журналистами. И у нас даже и не было такой цели, в общем-то, чтобы прям все 100%, кто ходит в нашу школу, становились журналистами. Потому что мы понимаем, что в таком возрасте это абсолютно нормально, когда люди меняют свои взгляды насчет того, кем они хотят быть. Они пробуют журналистику, возможно, она им нравится потом в итоге меньше, чем что-то другое, они уходят в другую профессию, но вот этот опыт с подростковых лет спрашивать с власти особенно, мне кажется, вот он бесценен. То есть мы поняли, что мы людей учим чему-то большему, чем просто журналистики. Мы их учим вот именно вот этому умению стоять за себя, знать законы, знать, что с ними могут делать, а что не могут делать, и уметь в нужной ситуации как бы побороться за справедливость, потому что в журналистике это приходится делать почти постоянно, по крайней мере, в Кыргызстане. Я помню, что вот у нас была одна история, я ее не планировал показывать, но, наверное, покажу. И... Секундочку. Простите за шум. Я люблю эту историю показывать, потому что она примерно отражает то, что мы молодым людям давали все эти годы. Значит, у нас две наши студентки на тот момент, одну зовут Нур Джамал, другую зовут Айзерек, им тогда было 14-15 лет, типа такого. Они уже работали в парламенте, им это дико интересно было. И вот однажды они выходят из здания парламента и видят полностью тонированный автомобиль. Это запрещено законом в Кыргызстане, то есть нельзя тонировать передние стекла, нельзя тонировать передние боковые. Они достают камеру, начинают снимать это все дело, подходит к ним сотрудник охраны парламента и начинает требовать, чтобы они прекратили съемку. Диалог тут будет сейчас смешанный такой на кыргызском и русском, поэтому я буду переводить для вас непонятно. Он подходит и говорит: просто так не снимайте. Сразу вам говорю, ни у какого охранника нет полномочий, такое говорит журналист. Ну ладно. То есть видите, то, с чем сталкивались, в том числе наши журналисты, я это называю, как это, эйджизм называется. То есть когда видишь, что вроде школьник, начинает позволять себе вот такие вещи. Хотя, честно говоря, по отношению к взрослым тоже позволяет периодически. Для материала. И потом он говорит: только если для материала вам нужно, тогда снимайте. Они говорят, для материала, и он задает еще более идиотский вопрос, который тоже, опять же, не относится вообще к его компетенции. Он говорит: а что за материал? Сейчас. И потом начинают такие безобразия. Просто это наша же работа, мы просто не нужны ничего. Какой материал? Мы, когда решение сюда давали, мы законно знакомились. Мы сюда проходили, нам решение давали, чтобы мы сюда проходили. На эти территории мы можем вас еще не делать, правильно? И вот этот ответ,
меня вот это очень вдохнуло. Я не был в Кыргызстане, когда это все случилось. Я, кстати, был как раз в Украине, да. Все время какие-то важные вещи происходят у нас в клубе, я в Украине почему-то оказываюсь. Вот, и я это видео поэтому смотрел. То есть я к тому это говорю, что не было какого-то взрослого рядом с ними, кто их там вдохновил бы именно так ответить, да. То есть абсолютно это их было самостоятельное решение ответить именно так, что у нас есть разрешение, мы имеем право здесь снимать и так далее. Это очень... И вот для контекста Кыргызстана, учитывая, что у нас, блин, несколько поколений было людей, которые боялись любую власть, ну, я имею в виду, включая там советские времена, да, и так далее, люди, которые боялись любого человека в форме, вот такой ответ, он довольно смелый. Я думаю, что за два поколения до них мало кто решился бы так разговаривать с охранником, при том, что они, ну, абсолютно не хамят ему, да, они дают... Так снимем, не по делу, хорошо, спасибо. Самое главное, что они добиваются своего результата. Что им важно было номер заснять, чтобы понять, что это за депутат. Результат достигнут. Но самое главное, что это был очень хороший ответ, который дали 14-15-летние две девушки. Я думаю, что если на такое способны люди в таком возрасте, то они способны еще на многие другие вещи. То есть, и просто, опять же, да, как я уже говорил, мне кажется, многие люди недооценят вопрос. Так длинно ответил на наш вопрос, но это очень важный вопрос, на самом деле. Очень много скептиков было, действительно. В итоге мы видим, что ну, подростки способны делать очень крутые вещи. Если поощрять их все время, именно так вот, психологически поощрять, если говорить им о том, что они способны на это. Катя, конечно, тоже есть руку. Ну, в общем, в принципе, наводящий вопрос. А они остаются, когда вырастают, грубо говоря? Вот именно. Да, или они идут только там больше. Школа, она же должна готовить к чему-то более... И так, и так происходит. То есть у нас идея такая, что если кто-то из выпускников клуба идет в другой среду, даже если это в итоге конкурент клуба, то ну пофигу. Mm-hmm. То есть нам, честно говоря, лучше это даже. Потому что мы тогда сможем гораздо лучше продавать вообще идею нашей школы журналистики, если наши выпускники работают в разных изданиях. Кто-то остается в клубе. Кто-то в итоге в клубе, вот, допустим, Нури Джамал, которая здесь на этом видео, которая здесь 14 лет, сейчас она штатный журналист клуба. И сейчас 18. И она уже сверхопытный журналист и так далее, за плечами которой там и расследование, и освещение там авиакатастрофы, и чего только она не освещала за свою жизнь. Вот, то есть как бы, да, кого-то мы сами приглашаем остаться в клубе работать, или кто-то подает на какую-то позицию, а кто-то уходит и работает в других СМИ. Нас и тот другой вариант, честно говоря, устраивает абсолютно. Вот, поэтому сегодня, наверное, ну, из таких топовых СМИ в Кыргызстане, как есть, почти в каждом из них есть кто-то, кто когда-то проходил через нашу школу, кто когда-то писал для клуба. Поэтому и это то, о чем мы изначально мечтали, быть такой кузнецы кадров. Просто мы случайно стали еще и СМИ сами. Да. Я не знаю, кто из вас раньше руку поднял. Ну, давайте. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, каким образом финансируется клуб? Ох, вот. Это то, над чем мы сейчас голову ломаем. То есть мы вообще были изначально некоммерческой организацией. Мы в основном получали деньги от доноров. От доноров разных. О, классно, что вы об этом спрашиваете. Потому что в Кыргызстане, это, естественно, было очень много вопросов к нам. Одним из наших доноров... Изначально нашим донором была голландская организация, которая называется Хивос, вообще как раз в тот момент искала какой-нибудь такой проект, который был бы связан с интернетом. Потому что тогда очень мало кто что делал в интернете. А потом, сейчас где-то 7, наверное, доноров для этого клуба есть. Или 6. Вот. И одним из доноров в тот момент стал Госдеп США. И тут, естественно, возникли все эти вопросы. Типа, ах, вы агенты Запада, американские шпионы и так далее. Суть в том, что у нас политика была такая, что да, мы получаем деньги, в том числе от Госдепа США, что не останавливает нас от того, чтобы делать расследование про Госдеп США. Как раз в тот момент, когда мы получали наш первый самый грант от Госдепа США, мы одним из первых делали материал и делали серию вообще материалов о том, как посольство США в Кыргызстане сотрудничало со своим президентом, с его сыном. Это было сразу после революции. И вы должны понять, что Максим Бакиев в Кыргызстане, вот это как раз вот тот человек, о котором я говорил, это такой синоним самого большого зла, какой вообще может быть. Да? Поэтому разоблачать то, как посольство США с ним сотрудничало, и вот
А мы это разоблачали сразу, когда Викиликс начали публиковаться. Потому что в этих письмах, которые посольство США в Бишкеке отправляло в Вашингтон, очень много чего рассказывалось, такого достаточно омерзительного. Про то, как они фактически закрыли глаза на нарушения на выборах в 2009 году, чтобы позволить Бакиеву стать президентом. Про то, как они встречались с его сыном. И все это делалось из-за американской авиабазы, которая у нас долгое время в стране была. У нас вообще странная была ситуация. У нас в течение где-то 10 лет в 30 километрах друг от друга находились американская и российская военные базы. И это была единственная страна в мире, где они так близко находились друг к другу. Вот. И наше правительство на этом играло. Оно все время торговалось то с той, то с другой страной насчет того, кого выгнать. А в итоге, в общем, сторговались с Россией и выгнали американцев. Но пока торговались, то есть, как бы, да, то США тоже делало какие-то очень странные вещи. И в этих депешах как раз это все отображалось. И это были в том числе такие письма, что типа... Да, они нарушают права человека, и мы видим, что Бакиева — это такая семья, в общем-то, стрёмная. Ну, они не так писали, конечно, так, иносказательно, например. Но, типа, они наши союзники, и они действуют в наших интересах, поэтому мы будем дальше помогать. Давайте дадим денег еще фонду Бакиева. И вот это все мы раскрывали. Раз это, и вот когда мы это выпускали, мы, естественно, задались вопросом, что, наверное, есть такая призрачная вероятность, что нам... позвонят люди из посольства, которые непосредственно нам же дают грант, и скажут, типа, ребята, вы что, вы можете не писать об этом. Что мы будем делать в такой ситуации? Какой план действий? И мы тогда для себя решили, раз и навсегда, что план действий будет таким. Мы, естественно, ничего не удаляем, и мы разрываем отношения с посольством США, и во всеуслышание объявляем, что, типа, вот донор пытался давить на нашу электронную политику. И после этого мы уверены, что мы еще больше денег получим от других доноров. Но посольство США не позвонило. Вот что очень важно. То есть они никогда не контролировали наш контент. При том, что у нас материалов про особенно деятельных посольств США, особенно во времена Бакиева, было очень много. Сейчас, помимо доноров, мы еще зарабатываем деньги на школе журналистики самой. То есть она долгое время была бесплатной, потом мы сделали ее частично платной. То есть особенно студенты из Бишкека, они платят за нее. Плюс мы сейчас еще придумываем несколько таких схем, которые, надеюсь, нам помогут зарабатывать больше денег. Одна из них — это коммерческий такой спин-офф под названием Biximity, сервис, который позволит СМИ в режиме реального времени управлять съемочной группой в любой точке мира. Мы пока над этим работаем. Я надеюсь, что весной это все заработает в полную силу, и тогда можно будет понять, насколько это будет заносить деньги, плохо уже такие коммерческие деньги. Плюс вот это международная экспансия. То есть мы реально хотим стать первым СМИ из Центральной Азии, которое будет популярны не только в Центральной Азии. Я надеюсь, что это тоже поможет нам монетизироваться, потому что Кыргызстан — это очень маленький рынок. В Кыргызстане всего живет 6 миллионов человек, это очень маленькая страна. Самая маленькая страна в Центральной Азии по населению. Поэтому как бы потолок вот этот вот, его довольно легко достичь. А мы хотим прыгнуть выше. Да. И еще были вопросы. У вас был вопрос, и еще на заднем ряду был вопрос, кажется. Да, давайте, сейчас включу. Оп, да, давайте с вас. Простите. Да. Мы работаем абсолютно, то есть мы вообще очень открыты. Иногда бывает так, что мы сами видим, что в соцсетях кто-то интересно пишет, и предлагаем человеку что-то для нас написать. Достаточно, на самом деле, странная схема получилась, хотя мне она кажется очень логичной, но люди не сразу обычно понимают, как она работает. То есть теоретически любой абсолютно человек может начать писать для нас. Другое дело, что, конечно, если человек... Ну, будет нуждаться в том, чтобы его материалы прошли улучшение, то они будут улучшаться. То есть мы не так, что мы публикуем прям все-все-все подряд. Да? А редактор будет работать с человеком в любом случае. И при этом выпускником клуба считается тот, кто опубликовал 15 материалов или больше. Это единственный критерий для выпуска. И только после 15 материалов мы начинаем платить гонорар. Именно в этом принцип, то есть, что мы обучаем людей изначально за счет того, что они пишут для нас. С ними работают редакторы. И это, на самом деле, очень ценное образование получается, потому что, по сути, человек сразу начинает пробовать себя в настоящей журналистике, с ним работают по-настоящему как с журналистом. И мы считаем, что это, что это как бы достойно того, чтобы нам люди за это вообще платили. Да? Но люди платят нам не за то, чтобы они публиковали первые 15 материалов, потому что тогда это совсем как-то хитроумно выглядело бы. Люди платят нам именно за курсы, которые они могут физически посетить в Бишкеке.
За это люди нам платят. Но можно и без них начать публиковаться на Кобе, если, особенно если человек уверен, что ему не нужны какие-то курсы, вот, и он может сразу начать публиковаться. Поэтому, да, сложно ответил, наверное. Вот. И это очень сложно так словами объяснить, мне легче будет нарисовать потом эту схему. Но примерно так. В общем, вкратце ответ – да, работаем. Да. Хотела уточнить по поводу платформы, о которой вы рассказывали, там, где можно посмотреть о владении депутатов какой-то там землей и... Болгарии. Фильм «Болгария», да. Ага. Я его нашла, но не могу найти, как тут найти эту информацию. Так, что-то на Бивол вообще что-то левое совершенно подсказывает. Можно Бивол «Болгария», да. Давайте попробуем. Это немножко... Вон он, да, третий. Что-то долго грузится, кто не был. Там в левом верхнем углу правильно. Нашла? Они как-то поменяли все у себя на сайте. Я теперь не могу понять, где вот это была платформа. Я только что находила, там, по-моему, это то, что в левом верхнем углу там проекты есть. Вот, да. И там должна, по-моему, первая ссылка. Да, вот есть. Или это не оно? Сейчас я посмотрю, как оно выглядит внешне. Ну, возможно... Да, это вот оно. Вот. Но там находит, например, по вопросу Украина, находит только одного человека. Какого? Может, надо Украина написать на болгарском? Я не знаю, как пишется на болгарском. Ну что, мы писали Кыргызстан на болгарском. Сейчас я посмотрю так. Обычно я проверяю таким образом. Я иду в Википедию, смотрю, как в болгароязычной Википедии. Ага, видите, вот что подвох. Украина. А, окей. А, вот теперь очень много результатов. Смотрите, сколько. Здесь теперь копать, не перекопать. Я даже не представляю тут вообще, как это все. Что смотрите, просто прям вообще невероятно. Это все, собственно, с украинских граждан. Ну вот как минимум первые. Я вижу, что, ну, видите, есть и фонд за державната собственность наук. То есть как бы фонд государственной собственности Украины тоже чем-то владеет. Болгария. Так что да, посмотрите, я думаю, что... То есть эта работа, конечно, она требует 76 страниц. Упоминание Украины в болгарском реестре – это только торговый реестр. А там, я так понимаю, еще есть какие-то. А, есть там земельный реестр и еще прочее. Поэтому эта работа не на одни сутки. Сидеть и ковыряться, искать, что там подозрительного будет связано с Украиной. Я думаю, что можно попробовать. Вот, ну, вообще-то, кстати, в Украине действительно очень был классный опыт, потому что Украина очень классно, очень мощно засветилась в Panama Papers, да? И там есть несколько очень классных расследовательских организаций, в основном в Киеве базируются, вот, которые вот такие вещи тоже обожают ковыряться. Если кому-то хочется с ними познакомиться, и вы не знаете их, то можете мне сказать, и я вас свяжу. А какие вы имеете в виду? Сейчас... Я пытаюсь вспомнить название, которые вот именно сами Panama Papers больше всего расследовали, как они. Анна Бабинец. Следствие инфо есть, да, вот. И схема. И схема, которая, по-моему, при радио свободе, да? Да, да. И наши гроши еще, да. Да. Ну, в общем, у УКУ я знаю, что очень хорошие связи, поэтому, возможно, вы без меня сможете с ними связаться. Но если тем не менее, если вдруг вам нужно будет, то обращайтесь ко мне. И все вопросы, да, вроде бы были, или еще у кого-то есть что-то, прежде чем мы перейдем к видео. Ладно, не терпится, все, может, видео принять. У нас, кстати, смотрите, в 3 часа будет перерыв на полчаса, а потом мы в 3.30 вернемся и до 5 будем с вами еще здесь. Перейдем к видео тогда. Раньше я на тренингах любил показывать телевидение, теперь что-то я не хочу на это отвлекаться. Но вкратце просто скажу, что то, как в телевидении делалось видео, оно принципиально отличается от того, как его стали делать для интернета. И главная причина в том, что телевидение – это такой линейный сплошной эфир, который невозможно остановить, перемотать назад или перемотать вперед.
Поэтому у телевидения как бы свои какие-то есть нюансы, которые работают только на телевидении. И, конечно, когда видео в интернете начало развиваться именно среди СМИ, то сначала как-то оно по инерции действовало немножко такими телевизионными методами. У нас первый такой опыт именно производства видео для клуба был еще в 2009 году. И нас обучали телевизионщики. И знаете, мы первый сюжет делали настолько по телевизионным лекалам, что потом мы спустя годы поняли, что это было дико неправильно. А в интернете как-то постепенно от каких-то элементов, с одной стороны, избавлялись. С другой стороны, какие-то новые элементы люди добавляли, те, кто именно делал видео для интернета. И, наверное, одним из первых СМИ, которая стала пытаться адаптировать свои видео именно под интернет, так как это вряд ли на телевидении сработает, было Vice, или их подразделение Vice News. Кто имел опыт просмотра видео на Vice, вообще кто слышал о Vice? Хорошо, не так много людей. Я люблю людям рассказывать новое, поэтому если бы весь класс поднял руки, я перестал бы про Vice рассказывать. А может, не перестал бы. У Vice интересная история. Vice начинался как журнал о культуре в Монреале. Причем он такой какой-то андеграундный всех людей. И это так прикольно, когда журнал о культуре из Монреаля, канадского, вдруг потом перерастает в видео, интернет-видео про все в мире. И это вдохновляет, на самом деле, многом, потому что это показывает, что, в принципе, неважно, какой вы СМИ изначально, если вдруг вы вздумали поменять полностью свою аудиторию, поменять свой контент, то почему бы не отменяете? И вот Vice прославился особенно тем, что они стали делать такие мини-документальные фильмы в какой-то момент, в том числе о конфликтах, которые сейчас идут на Земле. И в постсоветском пространстве они больше всего обрели свою известность как раз, когда первое видео, как раз когда в Крыму появились зеленые человечки. Они тогда запустили целую серию видео, которые назывались «Русская рулетка». Они это название, я думаю, на ходу придумали, когда появились первые российские военные в Крыму. Но оно, так, мне кажется, неплохо это название в итоге отображало то, что потом происходило. Сейчас поставлю начало. Вот странно, что у меня как-то качество очень. Я пытаюсь его, видите, на 720 поменять, но он как-то не приходит. Сейчас еще раз попробую. Мы это видео сейчас рассмотрим в том числе с точки зрения того, какие интересные приемы здесь используются, которых на телевидении не было обычно. Монтажа, вот это очень важный момент, потому что одна из первых вещей, которые Vice решает пожертвовать во всех этих историях, это закадровый текст, что вообще в телевидении казалось настолько важной частью, они заменяют его полностью титрами. И главная причина, как я теперь понимаю, это такую называют, что люди в интернете имеют очень короткий вот этот вот так называемый attention span. Быстро очень отвлекаются на что-то другое. Особенно более молодые люди, которые выросли в эпоху интернета, которые с детства очень много разнообразия всякого контента. И закадровый текст, он по сравнению с таким текстом, который можно прочитать в виде букв, он звучит гораздо дольше. То есть, если вот этот текст, что Россия вторглась в Крымский полуостров Украины и захватила гражданскую и военную инфраструктуру, пока еще не было ни одного выстрела, но Россия использует превосходящие силы для того, чтобы вынудить украинские войска сдаться. Что такого, да? Вот видите, вот этот текст, чтобы прочитать вслух, у меня ушло, наверное, сколько секунд? Я не знаю, 20, да? 30. Вот. И
человек, если этот текст будет читать без чьей-либо помощи, не как закадровый, а вот так просто сам, на это уйдет гораздо меньше времени. Может быть, секунд 5. Мы читаем быстрее, чем мы такое же количество текста произносим. Для интернета это очень важно. Потому что если вы таким образом делаете, если вы таким образом оформляете ваш видеоматериал, то меньше вероятности, что человек отвлечется на что-то другое, больше вероятности, что человек останется с этим контентом. Вот, они дают где-то секунд, наверное, сколько, 8 на то, чтобы люди прочитали. Они также понимают, что просто друг за другом текст ставить тоже неправильно. Поэтому они это все смешивают. Они смешивают кадры, видеокадры с текстом, и в итоге у нас вот получается так, что идет по очереди, да? И потом в течение всего, вот всей вот этой серии Russian Roulette, которая в итоге вылилась в 103 материала, что-то такого, в ней, по-моему, вообще ни разу не использовался в итоге закадровый текст. Нет никаких ведущих, нет никаких подводок, соответственно, со стороны ведущих, нет таких студий и всего прочего, что было на телевидении. На телевидении это все огромную роль играло, потому что иначе невозможно было человека подвести и сразу начать ему так вот прямолинейно рассказывать о чем-то. Слишком непонятно это становилось. На телевидении нужно это объяснить и подготовить, потому что оно линейное телевидение. В интернете можно обойтись без этого. Потому что для всего того, для чего раньше в телевидении были вот эти ведущие студии, в интернете есть описание снизу или сверху. И вот те СМИ, которые поняли, что не стоит подходить к интернету исключительно с телевизионного подхода или исключительно с газетного подхода, наверное, они и стали в тот момент, это речь идет как раз о 2014 году, ну и раньше тоже, получать какое-то значительное преимущество за счет того, что они комбинировали все эти вещи и за счет того, что они адаптировались максимально под интернет-зрителя таким образом, чтобы ему было быстрее и удобнее получать информацию в видео и чтобы не загружать его или ее тем, что как бы не так уж обязательно и нужно. И за кадровый текст они решили не самые нужные вещи. Конечно, здесь огромную роль играет журналист. В этой всей серии, особенно Саймон Островский, который ходит все время перед камерой в самом пекле событий и умудряется очень слаженно рассказывать о том, что происходит. Это талант, это огромный опыт, и, допустим, у меня до сих пор так это не особо получается. У него каким-то образом это получается. Поэтому можно сказать, конечно, что он играет своеобразную роль закадрового текста, но и не совсем. Потому что, во-первых, он это произносит не настолько монотонно, как обычно закадровые тексты звучали. Во-вторых, что это делает... среди непосредственно персонажей своих же историй, потом еще с ними периодически пытаются разговаривать, и они иногда им отвечают, а иногда не отвечают. Но в любом случае это придает какое-то действие. И вот как раз, да, это 2014 год, и поразительно, как быстро потом меняется все это дело. То есть еще в 2014 году такие вещи казались чем-то новым. Сегодня я об этом рассказываю, это вроде бы кажется уже немножко очевидным. Потом, так, а теперь надо поискать, где это было. А потом СМИ идут еще дальше. В плане того, как они будут это видео представлять для своих читателей и зрителей. И огромную роль, конечно, начинает играть Facebook. Мы до сих пор, честно говоря, у себя в редакции думаем, вот, как нам к Facebook относиться. С одной стороны, это платформа, которая нам дает огромное количество переходов на сайт, потому что где-то процентов, наверное, 60 людей на клуб заходят из-за Фейсбука, из Фейсбука. Плюс отдельно наша именно страница в Фейсбуке, она сама по себе генерирует невероятный охват, который иногда бывает больше, чем охват на самого сайта. С этой точки зрения Фейсбук это, конечно, крутая вещь. С другой точки зрения, Фейсбук поставил нас в огромную зависимость от него самого, нас, я имею в виду журналистов. Нам приходится подстраиваться под те правила, которые задает Фейсбук. Нам приходится подстраиваться под те алгоритмы, которые он придумывает. И вот один алгоритм, который вроде бы кажется мелочью, но тем не менее, который Facebook ввел как раз в 2014 году, серьезно очень поменял медийную индустрию, как мне кажется, и задал целый тренд на годы, наверное, вперед. Facebook сделал такую вещь. Во-первых, Facebook включил эту опцию загрузки видео у себя прямо в самом Facebook.
Потому что до, по-моему, 2014 года это невозможно было делать, если я не ошибаюсь. А потом, чтобы их максимально много показывать, Facebook стал эти видео чаще гораздо показывать в лентах подписчиков и друзей. При этом Facebook понимает, что если людям слишком назойливо видео включать в ленте, то людям это не понравится. Поэтому Facebook делает так, что по умолчанию с компьютера, по крайней мере, эти видео включаются автоматически, но без звука. Они теперь хотят изменить это все, и, ну, чтобы платные посты были со звуком, причем только платные они хотят, конечно. И чтобы звук постепенно увеличился. А, ну или так. А мы с трепетом ждем всех этих новостей, потому что если вдруг Facebook одну буквально маленький болтик там у себя поменяет, то это может просто вот кардинально вообще поменять весь подход к тому, как мы будем делать видео. Но тогда вот с этим алгоритмом Facebook в итоге вырастил вот примерно что. И вот эта СМИ, она стала одним из первых, которая стала активно использовать эти все фишки Facebook. Одним из первых почувствовала, к чему надо тогда вести. AJ Plus само по себе тоже очень интересное на самом деле издание. Это Аль-Джазира. Ну такая замаскированная Аль-Джазира. Аль-Джазира пыталась выйти на американский рынок, но с названием Аль-Джазира сложно закрепиться на американском рынке, особенно среди электората Дональда Трампа. Это практически нереально. Поэтому они свой канал Аль-Джазира Америка благополучно закрыли. Слишком арабское название получалось. Но параллельно они открыли вот это вот молодежное какое-то крыло свое, AJ Plus, в Калифорнии. И, в общем-то, все, чем занимался AJ Plus, изначально это были как раз эксперименты с аудиторией, эксперименты с соцсетями, и всякие такие прикольные штуки, которые помогут познать новое что-то. И, пожалуй, что именно они являются изобретателями этого формата, который сейчас мы будем изучать с вами в течение следующих двух дней. Ужас какой. А формат так называемых caption video, так это называют по-английски, по-русски это называется по-разному, потому что, опять же, единого какого-то стандарта в терминологии тоже не сложилось. Давайте посмотрим пример. А ничего, что на английском? Нет. Хорошо. Слушай, сначала. We have to keep our talented people in this country. When 2/3 or 3/4 of the CEOs in Silicon Valley are from South Asia or from Asia, my point is that a country's more than an economy. We're a civic society. Сыграли в жизни США и сколько компаний они основали в Кремниевой долине, в том числе. Теперь проведем такой эксперимент, смотрите. Предположим, что вы едете в общественном транспорте на мобильном телефоне, и у вас, допустим, нет наушников с собой. Всякое бывает в жизни, да? Вряд ли вы захотите, чтобы весь трамвай, я не знаю, например, или троллейбус, или автобус, или что угодно, слушало то, что вот у вас играет на смартфоне. Хотя мы встречаем там люди, которые ставят на всю громкость на смартфоне, я особенно музыку, мне всегда прикалывают, люди ходят, музыку у них играет на смартфоне, они идут и все это слушают. Но таких людей все-таки, я думаю, меньшинство. В основном люди стесняются нарушать вот этот как бы общий, да, шумовой фон своим смартфоном. Поэтому, скорее всего, вы сделаете так, чтобы у вас видео проигрывалось на смартфоне вот так. И вот на чем решили AJ Plus сыграть, что
огромном количестве жизненных ситуаций люди не могут включить звук. Или не хотят, или им лень. Или даже если у них есть наушники в общественном транспорте, они уже слушают музыку. Поэтому им как-то влом включать видео, потому что придется остановить музыку. Ну да, это все очень сложно, да, вы понимаете. Вот, вырубать музыку, ставить на паузу, включать видео, чтобы послушать его со звуком. Зачем, когда можно это же видео посмотреть без звука? И вот этот принцип, который AJ Plus внедряет, он предопределяет, наверное, то, как монтируется видео на следующие пару лет, как минимум, вперед. Монтировать видео так, чтобы их можно было смотреть без звука вообще. Это становится в итоге самым главным принципом всех их видеоработ. Огромный акцент на титрах, поэтому и называется caption video, потому что абсолютно все, что вы слышите, они же передают и в текстовом виде. Причем, более того, это вообще, конечно, прикольно очень. Я изначально, когда это видео загружал, я был уверен, что вот эти слова «What would tech look like without immigrants?» говорит вот этот человек. Оказывается, он даже и не говорит ничего. Что это просто один из основателей. Смотрите. Он просто... Слова Трампа в итоге представляются в виде титров тоже. People in this country. Silicon Valley, from South Asia, from... И дальше, в принципе, все повествование ведется через титры только. Именно вот этот формат принес бешеную популярность AJ Plus. Да? Когда говорит Трамп, на экране показаны голосовые эти, что когда ты не слышал, что, ну, что происходит, то ты понимал, что эти слова говорит человек, который это говорит. А, да, 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 это очень важный момент. Вот, то есть, и вот таких мелочей довольно много используется, но очень важных, которые облегчают восприятие видео без каких-либо, без аудио. Так сделаны реально все видео на AJ Plus. Они собирают невероятное количество просмотров. У нас таких просмотров еще не было, просто, наверное, потому что мы еще не работали на такую огромную аудиторию, но очень хотим. Поэтому, когда мы решили, например, в этом году, что мы начинаем производить англоязычный контент, и мы это собираемся делать к весне, мы решили для себя, с чего нам начать вообще? С больших каких-то материалов на английском языке или все-таки с видео? Мы решили, что мы начнем с видео, что мы первый англоязычный контент, только клуб начнет выпускать, будет как раз что-то вроде этого. А мы последние полтора года тоже стали выпускать видео именно в таком формате. Это был вообще очень серьезный разговор у нас тогда в редакции. Что нам делать? У нас есть видеопродукт, у нас есть видеокоманда, как максимально использовать? Потому что люди не смотрят, скажем, ток-шоу в прямом эфире, если оно длится 30 минут, кому это потом хочется смотреть, да, все. Вот, люди не смотрят классические телевизионные сюжеты, именно классически смонтированные по правилам телевидения. И где-то в конце 2015 года, насмотревшись на опыт AJ+, насмотревшись на опыт Now This, допустим, которые тоже почти все время используют эти приемы. Видите, то же самое. Это видео про звук. Про вот эти летающие дроны пассажирские, да, типа того. Тоже все сплошь идет на титрах. Мы решили, что мы тоже так будем делать. Привело это вот к чему, что если у клоповской страницы в Фейсбуке в декабре 2015 года было 8 тысяч подписчиков, или 9 тысяч, не помню, что уже, в принципе, по меркам Кыргызстана выводило нас в одну из самых популярных Фейсбук страниц. Сегодня у нас 31 тысяча подписчиков. Это случилось за, получается, год и два месяца. Количество людей, подписанных на нашу страницу, выросло в основном благодаря именно вот такому формату видео. А до русскоязычной среды такие видео доходили чуть дольше. То есть если AJ Plus стал делать такие видео еще где-то в начале 2015 года, может быть, в конце 2014, то в русскоязычном медийном пространстве такие видео появились только, наверное, в конце 2015 как раз. И поэтому мы очень вовремя приняли тогда решение такие видео тоже делать, потому что фактически мы начали это делать примерно одновременно с настоящим временем, например, которое наверняка многие из вас знают, да? Это проект «Радио Свобода». Я закрыл его, кажется. Но Current Time по-другому.
или в настоящее время на Фейсбуке, если набрать, то вы увидите. Вот они, пожалуй, из русскоязычных СМИ стали первыми, кто стал такой формат использовать. Было очень интересно смотреть, как этот формат принимали постепенно такие более старые, более традиционные СМИ. BBC очень долго сопротивлялись этому формату. Но в итоге тоже стали делать такие видео, потому что поняли, что ну, по-другому им как бы не достичь тех объемов зрителей, какие появились у этих выскочек, типа AJ Plus. Да? Вот. Интересно было смотреть, как российские государственные СМИ тоже стали потом этот формат использовать у себя, там, не знаю, какой-нибудь их ночью упомянутый Life News. Хорошо, они все государственные, но вы понимаете, о чем я. Вот, и то есть в итоге это реально стало таким самым эффективным способом добраться до максимально возможной аудитории в соцсетях, особенно для пользователей смартфонов, особенно до подростков с коротким attention span, да, когда вы сразу показываете им, в чем суть истории, не заставляя их включать звук. В настоящее время было несколько очень таких мощных видео про Центральную Азию. Меня это радует по-своему, что наконец-то про наш регион в итоге люди могут узнавать благодаря таким видео. И я думаю, что про Кыргызстан самое популярное видео, какое было в настоящее время, к сожалению, я заранее не открыл его, прошу прощения, а теперь не могу найти. Это было видео про то, как депутаты нашего парламента потеряли оригинал Конституции. Никто не видел, нет? А какое-то невероятное количество просмотров собрало. Теперь не могу найти. А зато случайно совершенно нашел. Мы с ними сотрудничать стали очень плотно, поэтому вы видите, что это видео настоящего времени, в котором используется контент, снятый к клопам в Кыргызстане. Но я не могу найти то видео про Конституцию. Ну, в общем, может быть, вы как-нибудь найдете и посмотрите. Там речь шла вообще о... Нет, блин, я хочу вам показать. Это просто важный очень кейс, потому что там вообще видео смонтировано из контента, который они сами и близко не снимали. И это то, что я очень не люблю в Фейсбуке. В Фейсбуке просто как-то невероятно сложно найти что-то из архива. А где это? Там тоже сверху там, типа, нравится и все такое. Когда заходите на публикацию, на паблик, пабликом вы называете страницу, да? Да, да. Знаете, интересно, ВКонтакте вообще не очень популярен в Кыргызстане, поэтому многие термины, которые чисто такие вконтактовские, до сих пор я иногда не очень знаю. Так, что где здесь искать? Должна быть, мне кажется. Вот с Фейсбуком всегда так прикольно. Ну ладно, вот пример еще одного видео. Полностью сделанного из... тоже про Центральную Азию, кстати. Про тренд и моду наших милиционеров центральноазиатских вот таким образом останавливать водителей. Действительно нужно расширяться за пределы Кыргызстана, раз людям иногда бывает интересен контент того, что происходит в Центральной Азии. Я, кстати, не вижу, сколько просмотров этого видео, но я думаю, что речь идет там о миллионах, потому что они очень классно вложились в продвижение своего канала в настоящее время, и в итоге у них какие-то вещи
набирают реально миллионами просмотров, что вообще очень редко бывает для центральноазиатского контента. И, ну окей, 300 тысяч, ну, это тоже очень хорошо в любом случае. И, в общем, я так и не понял, где находить видео. Какое-то конкретное. Сейчас еще раз попробую. Ну, я то же самое сейчас, да, буду делать. Опять то же самое выходит. Поэтому... А если нажать «Videos»? А, слушайте. Вероятнее всего, они прописали название. А может, одним латинским буквы применяли? Слушайте, да. Короче, давайте вернемся к старому, доброму Google, в котором проще находить. Но видите, на YouTube намного меньше просмотров. И вот это вот интересная тоже вещь сама по себе. Как YouTube стал на этом фоне страдать очень сильно. То есть вообще, так любопытно наблюдать, как те компании, чьи продукты казались настолько незыблемо устойчивыми и завоевывающими тренд. То есть я уверен, что через несколько лет то же самое с Facebook начнет случаться, кто-то новый будет его выдавливать. YouTube, который казался просто вот центром всего, чего можно только найти насчет видео, на который так сильно ориентировались СМИ, в итоге теперь оказывается забыт многими СМИ. Его перестают использовать. Я просто в какой-то момент поднялся на мысль, что я вообще перестал следить, кто нас в YouTube смотрит. На наш YouTube канал мы немножко подзабили, потому что нам гораздо важнее стало стать популярными в Facebook, там это проще, там гораздо больше инструментов для этого, там в итоге получаются гораздо больше цифры, показатели и так далее, гораздо больше охвата, комментариев и прочее. Даже видите, в настоящее время вот их канал в YouTube, и вот это видео собрало всего лишь 20 тысяч просмотров, в то время как на Facebook это видео собрало что-то 1,5 миллиона просмотров. Но тем не менее, да, вот смотрите, и оно полностью сделано исключительно из видео, которое снято вообще с экрана телевизора в здании парламента. Это качество такое не очень. Кнопочки. В этой связи я хочу задать вопрос. Так, где же все-таки находится подлинник текста Конституции? И в данном случае подлинника Конституции в Министерстве юстиции не было, а все подлинники остаются в администрации президента. Біз архивтен іздедік, ал жерде жоқ. Күн нұсқасы қайсы мемлекеттік органда жоқ, қайсы мемлекеттік чиновник екендігі азырынша белгісіз. Вы говорите, подлинника нет. То есть получается все 6 лет вопрос о том, где подлинник, по какой конституции мы работаем, то есть вы этот вопрос не поднимали, не интересовались, да? На данный момент, где конституция, я утвердительно сказать не могу. Поскольку я действительно в то время не работал. Нашли в итоге? После этого месяца выяснилось, что совершенно нет нигде оригинала герба Кыргызстана, и никто не знает, по какому стандарту его надо рисовать. А потом это как бы решили вопрос, просто его создали, этот стандарт. Но с Конституцией что-то непонятно. Ее все равно поменяли недавно, поэтому теперь уже это не так актуально. Так вот, да, к чему я это все? Естественно, у журналистов таких чуть более старших возникла куча вопросов. Слушайте, ребята, вообще офигели. Как можно вот так вот музыку ставить на новостные вещи, да, типа того? Вы же этим страшно манипулируете, потому что, ну, так рассуждают те, кто привык к журналистике фактов, где важно передать историю такой, какая она есть, без вот... То есть музыка-то, она, естественно, задает какой-то тон, они поставили достаточно комичную музыку, и поэтому тут настрой своеобразный выработался. Но с другой стороны, более молодые ребята из СМИ типа на следующее время отвечают, ну в любом случае любой видеомонтаж, наверное, это своеобразная какая-то манипуляция получается, потому что в любом случае вы выбираете, что именно показать, в каком порядке показать, чему больше внимания уделить, где какой кадр обрезать, поэтому ну музыка и музыка, типа ну и что. И вот этот спор, он продолжается, он ни к чему не пришел абсолютно, потому что
все еще и в ожидании того, что Facebook опять что-то поменяет в алгоритме, придется по-другому еще как-то видеть.